возвращением, путешественник. Удалось ли найти вино изгнания теней? У меня нет слов. Тебе удалось найти 6 бутылок. Это вино займет почетное место в моей коллекции. Я даже не знаю, как мне благодарить тебя. О, чуть не забыла. Вот твое вознаграждение. На такое вино не жаль денег. Раз уж тебе удалось достичь таких успехов, давай договоримся. Если ты найдешь еще бутылки с этим вином, я с радостью куплю их у тебя и хорошо заплачу. Вспомни обо мне, если найдешь вино изгнания теней. Подай монетку инвалиду. Я прошу всего лишь одну монету. Приветствую! Я часто покупаю что-нибудь. Удалось добыть следующую партию корней Нирна? 1 сильный эликсир исследования для тебя. И еще много бутылок на продажу, если, конечно, ты захочешь купить их. Удалось добыть следующую партию корней Нирна? Я не нахожу слов. Видно, в Сиродиле не осталось ни перевернутого камушка. Я не знаю, что тут еще можно сказать, разве что поблагодарить тебя. Боюсь, этот вариант эликсира исследования будет последним. Очевидно, мне не удастся извлечь никакой новой информации. Ты просто специалист по поиску этих редкостных корней Нирна. Если принесешь мне еще, я счастлив приобрести их у тебя». Хочу еще раз поблагодарить тебя за труды. Мечтаю о новых корнях Нирна. Ах да, через 24 часа твой эликсир будет готов. Привет! Надеюсь, я смогу помочь. Удачного тебе дня. Уф, еще ни один рецепт не отнимал у меня столько сил, но я приготовил твой великий эликсир исследования. Желаешь продать мне еще корней Нирна? Вот он, моя радость и гордость. Великий эликсир исследования. Пользуйся им на здоровье, друг мой. Конечно же, я припас несколько бутылочек на случай, если тебе понадобится, но оно того стоит.
Приветствую, гражданин. Говорят, перчаток... Лорд Крестоносец, пророк здесь. Он только что прибыл. Кажется, он знал, что ты придешь. Велел мне подождать тут. И вот ты здесь. Иди. Он читает проповедь рыцарям в часовне. Тебе нужно встретиться с ним как можно скорее. Ты выходишь из мрака безвестности, становясь частью легенды. Все достижения твоего прошлого меркнут по сравнению с тем, что предстоит тебе сейчас. Ты есть воплощение пеленала Вайтстрейка, бича Умарила Неоперенного. Пришло время тебе выполнить свое предназначение. Умарил скрывается в древнем храме Горлас Малатар. Тебе следует отправиться туда и уничтожить его. Нет! Если бы вы встретились с Умарилом лицом к лицу, то тебя ждала бы судьба пеленала. Но времена меняются, и сама сущность божественности меняется. Где когда-то были восемь, встал рядом еще один, и стали они девятью. Тогда самое время узнать. Если ты хочешь служить девяти, тебе должно обладать знаниями о них. Наверное, имя бога Талоса тебе знакомо? Одного из девяти. И, конечно, имя Тайбера Септима тоже. Талос и Тайбер Септим — суть одно и то же. Вернее, после смерти Тайбер Септим обрел божественность и стал Талосом. Итак, хотя ты носишь броню богов, она не завершена. Реликвия старых путей и старых богов. Как верный страж этого мира и воин, подобно какому не видели тысячелетиями, Талос дарует тебе священное благословение. Заручившись древними дарами восьми и новым даром одного, ты сможешь выстоять против Умарила. Оно позволит тебе последовать за Умарилом в царство духов после его смерти. Это позволит тебе уничтожить его тело и душу полностью и навсегда. Сначала тебе нужно убить его живое тело. Одно это за гранью возможностей большинства смертных, но это меньшая из двух задач. Его дейдрическая природа позволяет его духу скрыться в обливионе после смерти. Вот что узнал пеленал, победив Умарила в первый раз. Но ты не можешь сделать то, чего не смог пеленал. Благословение Талоса позволит тебе последовать за духом Умарила, покинувшим тело. Вот что тебе должно совершить, и нельзя потерпеть неудачу. Этого и не произойдет, ибо на твоей стороне сражаются девять. Когда Умарил примкнул к Дейдра, его дух покинул границы этого мира. Его физическая оболочка может путешествовать между реальностями, но дух... Нет.
Когда тело его уничтожается, дух возвращается в обливион и преобразуется в огнях созидания. С броней богов и благословением Талоса ты сможешь последовать за ним туда, куда не смог Пеленал, и уничтожить его дух. Когда его дух будет уничтожен, он будет полностью стерт, вычеркнут из всех существующих реальностей. Горлас Малатар был самым западным аванпостом империи Аллейдов. Оттуда следили за происходящим на море, которое мы ныне называем Абиссинским. Вернувшись, Умарил избрал Горлас Малатар своей обителью. Там и нужно его искать. Умарил не может быть побежден в физическом облике никаким обычным способом. Один его удар может свалить самого могучего воина. 8 создали реликвии, чтобы противостоять ужасающей мощи Умарила. Не стоит и пытаться схватиться с ним без этой божественной защиты. Твои рыцари соберутся у Горлас Малатара и будут ждать тебя там. Возьми всех, кого сочтешь достойными. Не все из тех, что войдут в ту обитель, вернутся. Те, кто падет на службе 9, будут жить вечно в залах своих отцов. Я желаю тебе удачи в твоей миссии, крестоносец. Мы вверяем тебе свои судьбы. Приветствую, сэр рыцарь. Мы застанем их врасплох. Берегите готов, варианты Умарила атакуют! Пока все идет нормально. Пока все идет нормально. Берегитесь! Аврарианцы Умарила атакуют!
за девятерых! Осторожно! Продолжим наш путь. Там впереди огромный зал. За девятерых! За девятерых! Время уничтожить сферу! Попал они Филяпсино!
крестоносец, поднимись, встань и узри свет. Вдохни вновь и получи свою награду. Твоя божественная миссия завершена. Орден восстановлен. Враг девяти побежден. Орден должен служить мечом и щитом девяти в грядущие темные времена. Мы должны благодарить тебя. Тебе сопутствовал успех там, где мы потерпели неудачу. Ты и твои рыцари достигли цели. Наконец, наша мука окончена. Мы идем к девяти, дабы служить им в их обители в жизни, что придет за этой. Ты можешь воззвать к нашим душам, когда будет нужно. Просто помолись на наших могилах, и каждый из нас даст тебе благословение девяти. Пусть твой меч верно служит девяти, крестоносец. Прощай. Благодаря тебе моя душа освобождена от зла, пленившего меня. Я твой вечный должник. То, что казалось таким важным при жизни, что в нем теперь? Сколько весит оно по сравнению с самой душой моей? Я вверг меч в пучину зла вместе с собой. Благодаря тебе мы освобождены. Боги улыбаются таким деянием, благородный рыцарь. Рыцари девяти снова вместе. И подумать нельзя было, что это возможно. Мы все в большом долгу перед тобой. Я стал одержим злом с того дня, как убил сэра Кая на ступенях Приората. Я подначивал его, зная его нрав, а затем убил, когда он бросился на меня. Я убил его без жалости святым мечом. Я мог разоружить его или ранить. Но хладная гордыня завладела мною, и я убил его. Затем отправился на войну и не возвращался. Зло постепенно овладевало мною, пока я не стал жестоким правителем, грозой земель. А после смерти зло захватило меня даже крепче, чем при жизни. Благодаря тебе все в прошлом. Сэр Кай и я отправимся в Этериус вместе, как и раньше. Воистину, боги милостивы. Пусть девять направляют тебя. Лорд Акатош дарует вам свое могущество. Когда ваши силы подводят вас, положитесь на девятерых. Зенитар дарует вам удачу. Всегда прилагайте старания, чтобы достичь мастерства в своем ремесле. Дибелла дарит вам остроумие и обаяние. Никогда не уставайте дивиться красоте этого мира. Кинарет дарует вам проворство диких животных. Великая мать все вынесет. Мара дарует вам свою выносливость. Что бы ни случилось, обратитесь к любви. Она даст силы выдержать все испытания. Все живое умрет, а все мертвое оживет.
Аркей дарует вам волю повернуть круг вспять. Стендар дарует вам быстроту. Не раздумывая, защищайте. Не раздумывая, прощайте. Джулианос благословляет вас своей мудростью и своим наставлением. Доверяй своему знанию, ибо оно делает тебя тем, кто ты есть. Стендар дарует вам быстроту. Не раздумывая, защищайте. Не раздумывая, прощайте. Лорд Крестоносец! Как это могло случиться? Лорд Крестоносец жив! Это чудо! Я услышал голоса в крипте и решил посмотреть, что тут происходит. Мы потеряли тебя в горлас Малатаре. После сражения мы обыскали руины и нашли тебя рядом с трупом Умарила. На тебе не было ни царапины, но и жизни в тебе не было ни капли. Я видел это собственными глазами, дыхания не было. Мы похоронили тебя в крипте. Мы сохранили в тайне твою смерть. Мы боялись, что враги узнают о твоей кончине. И действительно. Мы знаем, что тебе удалось уничтожить физическую оболочку Умарила, но, казалось, тебя не минула судьба пеленала Вайтстрейка. Скажи мне, Умарил уничтожен? Тогда он уничтожен. Мы победили, и наш командир жив. Я должен рассказать остальным. Для меня радость говорить с тобой. Если что-то сломано, я могу починить. Прощай. Слушайте меня, рыцари девяти. Сегодня мы были свидетелями неопровержимого доказательства силы и могущества богов, которым служим. Погибнув в битве с ужасным Умарилом, милостью девяти, крестоносец живет вновь! Как такое может произойти, вы спрашиваете? Что с нашим врагом? Что стало с Умарилом неоперенным? Умарил был повержен крестоносцем. Его дух изгнан в пустоту и уничтожен навечно. Он уже никогда не возродится. Возблагодарим девятерых! Их властью мир навеки освобожден от Умарила. Слава лорду крестоносцу! Крестоносец восстал! Здравствуй, сэр рыцарь. Салют, лорд крестоносец. Сэр рыцарь, позволь представиться. Я Бреллин из Сильвинара, к твоим услугам. Я пришел, чтобы предложить себя в качестве рыцаря, слуги Ауриэля, или Акатоша, как его знают в Сиродиле. Я не могу предложить ничего, кроме неплохого умения владеть мечом и преданности лорду Ауриэлю. Ты примешь меня? Хоть я и недостоин.
Это честь вступить в орден под твоим прославленным командованием. С твоего позволения, я пойду в оружейную и облачусь, как подобает рыцарю девяти. Салют, лорд крестоносец. Здравствуй, сэр рыцарь. Сэр рыцарь, командир. Я хочу поговорить с тобой. Приветствую. Приветствую, сэр рыцарь. Я смотрю на тебя и не узнаю. Что? Салют, как дела? Что интересного? Что-то случилось? Пару дней назад мне повстречался грязевой краб. До встречи, сэр рыцарь. Минуту, добрый сэр. Минуту, добрый сэр. Мы должны поговорить. Впрочем, люди говорят, у них вкусное мясо. Приорат разрушен. Говори, прошу. Добрый вечер. Нам нужно разобраться с ситуацией в Даггерфолле. Ты знаешь, мертвые коровы или что-то в этом роде. Ха, наконец! Не могу не согласиться. Каков наш следующий шаг? Мы молимся, рыцарь. Прежде всего и первым делом мы молимся. Приветствую, сэр рыцарь. Командир? Тебе довелось сражаться, сэр, в горла с Малатари, так? Не найдется ли у тебя минуты? Расскажи мне о сражении, если можно. Конечно, конечно, о чем речь. Это был жаркий бой.